Всех приветствую. Сегодня хочу представить на обзор ручной плуг самодельный. Виды такого плуга ранее продавались в сельскохозяйственных магазинах. Ну, может, сейчас продаются. Плугом пользовался очень редко. Поэтому в будущем видео я буду применять его для других целей. А сейчас просто обзор, как это работает. Значит, плуг состоит из рукояти, поводка и самого лемеха, ну или отвал, кому как угодно. Сейчас его соберем и проверим, как он работает на земле. Ну вот, плуг собран, отвал устанавливается, его направляющая часть параллельно поводку. То есть вот эта направляющая часть отвала устанавливается параллельно поперечине поводка, чтобы прямолинейное движение плуга было. Также плугу ранее с задней части отвала крепилось колесо для регулировки глубины вспашки. Но поскольку в процессе пользования стало понятно, что это колесо просто не нужно, оно здесь отсутствует. Ну, в зависимости от плотности земли, ее рыхлости или твердости, сверху можно устанавливать какой-то груз, чтобы плуг погружался более глубже в землю. Но у меня здесь земля мягкая. Это на прошлой даче, которая мне была много лет. Там глина, здесь помягче. Поэтому ничего, груз цеплять не будем. Пробуем так. Thank you.
таким образом, наверное, минуты за две, за три, получилась вот такая межа. Земля здесь мягкая, поэтому я все поле копать не буду. Буду садить картошку, не вскапывая, просто плугом делать борозды и садить туда картофель. Ну а так, в принципе, можно и скопать плугом. Сорняк не режет. Легче, чем лопатой. Ну вот такое приспособление облегчает работу. Как я буду делать борозды для посадки картошки, смотрите в следующем видео. Всем пока!